Добро пожаловать в Quake 2 Bot Dam Challenge. Противостоим мы Razerbot'ам Лиани. Обладает точностью стрельбы выше среднего, поэтому старается вести бой активно, но не агрессивно. Имеет хороший боевой опыт, поэтому обладает высоким боевым уровнем 5 из 5. Любимое оружие у нее гранатомет. Сражаемся мы сегодня на арене The Pits. Добро пожаловать на арену The Pits. Продолжается у нас веселуха в Quake 2. Что такое было? Откуда я взял автомат? Твою-то мать. СФА опять завалили. Слушай, что-то как-то, блин, ситуация совсем не очень. Мы вовремя уехали. Бронз, мы взяли, рокет взяли, весь поднос ворует. Слушай, у нас снизу, кстати, есть семья. Как будто как-то не очень активно ее берут. Давай этого придурка заглянул с ракетницы, вернее. У нас Харлин здесь бушевал, понятно. Рыло есть, возможно, квад есть. Да. Твою мать. Ну ладно. Может, там рокет есть. Да, если никто не возьмет привет. Да пошло ты нахрен. Да правильно. Беги. Беги с лобовку за секунду. Давай сюда. Ладно, по крайней мере. Не угадал я его траекторию, не угадал. У нас подорожье какое-то вообще. Печально. Вообще все печально. Птичка. Так, наверху, может быть, есть. Да. Что он там есть? Там по сути. Скотина. Кстати, где они все? Чё-то я их не вижу. Может, они там зарыло и квад воюют? Вот ты твою мать. А ты-то куда лезешь? Тихо. Вот это было жарко. Слушай, а чё не использовал в руки? Хорошо, Инди, ты ему после школы. Блин, да, всё забыла. Тихо, тихо, ещё. Он повезло, что он уехал.
Поехали, твою мать! Да, боже мой, они убили Инди, убили. Так, ладно. Прекрасные звуки были Инди. Я не знаю, как вы, сучка. Где они все, блин? Да что-то так привязал на собственной же. Да, здесь узкие коридоры, особо не пострейфишься. Это надо забрать. Забираем. У нас хрень, которая позволяет плавать. О, броня. Ладно, не побежим за ней. Да ты чё такой? Твою ты. Он закинселся? Да, Грин закинселся. Тебя спас, блин. Не, ну это было, конечно, хитро он. Молодец, одобряю. Так не надо. Да так не надо. Выснулся, блин. Так, конечно, то, что мы упустили. Это, блин, со всех сторон. Все твари. Ждал. Ребята, Харлин кимберит как шилка. Неплохо. Вов достойный королей. Где у нас там? Там где-то застрял, по-моему. Да ладно, с тобой. Тебе заменялись. Чуть-чуть вправо, чтобы я мог попасть. Так. Да больно идет в эту манду. Пока вроде бы ведем. Вот есть. Блин, прилетело. Ну что ж, ситуация боя. Ситуация боя у нас такова. В общем-то, она не отличается от обычной средней. Харлин второе место, Грим третье. И Ульяне у нас последнее место. Ну, а по очкам у нас получается
Следующее, значит, ведет у нас Харлин, как всегда, 23. Второе место у Грима. Третье у Бача. И затем идет Инги и Лиани. Так что, в общем-то, увидимся мы уже с ботами, с нашими, на следующей арене Лава Томб.